Доступ к электронным знаниям стал бесплатным, но на короткий срок. В Центральной универсальной научной библиотеке в качестве рождественского подарка студентам открыт свободный доступ к электронным базам учреждения. Электронная база насчитывает в настоящее время более 3000 электронных изданий. В основном это нормативно-технические сборники, учебные, какие-то книги научно-познавательные, мультимедийные издания. Сотрудники библиотеки отмечают, что активных пользователей этой услуги немного. Возможно, потому что студенты зачастую не знают о ней. Но кое-кто уже успел оценить удобство рождественской акции и считает, что она может быть более востребованной. Услуга востребована, потому что в данном случае студенту сложно найти материалы, именно они, их нет в свободном доступе. Вот. А в данном случае я могу воспользоваться правовой системой для дальнейшей учебы. Вот. Из-за того, что я студент-выпускник, я смотрю практику судебных решений, вот, и, соответственно, могу подобрать ту информацию, которая меня интересует. Бесплатный доступ к ресурсам можно будет получать в течение этой недели. С пятницы возможность пользоваться дисками и мультимедийными изданиями вновь станет платной. Стоимость услуг, правда, останется символической. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.